Номер лота 7781, мотоцикл Yamaha TDM 850. Мотоцикл в свободную продажу. Контрольное видео перед упаковкой. Покажем вам его, зафиксируем состояние. Ветровое стекло. Все целенькое, ровненькое, довольно прозрачное. Не помню, установлены такие прозрачные камушовочки с одной, с второй стороны. Поворотники поменены. Ну и вот такие нахлобучки. Фара передняя целая, оптика. Распорочка такая между вилкой стоит, между штыками. Переднее крыло целое, покрышка на 4 с минусом. Зеркало на вилке в хорошем состоянии, вилочка одно перо немного отпотевает, но это в принципе все лечится, все ремонтно пригодно. Такая сеточка на радиатор, смотрится довольно симпатично, тормозные диски ровненькие, небольшой буквально ребордик есть с внутренней стороны колодок, 50% в остатке. Боковой пластик видно, есть раз трещинка, два небольшая трещинка, в остальном пластик весь целый, установлены дуги с небольшими потертостями, подножки, все, лапки целы, по двигателю потертости не наблюдаем. Бак без вмятин с этой стороны, все хорошо. Сидушка в оригинальном исполнении. Вся целенькая, мягенькая, все замечательно. Тюнинговый выхлоп Ишимура с очень приятным звуком. Задняя покрышка на первое время покататься хватит, но нужно будет потом поменять. Задний тормозной диск ровненький, колодок 30% в остатке примерно. Задний хвост, поворотники, стоп-сигнал, все целое. Также новый, вторая банка. Сидушечка без нареканий, пластик целый. Задний амортизатор шток сухой, без окислов. Цепь звезда, все в хорошем состоянии. Цепь обслуживалась, смазалась, видно, натяжка чуть более чем на середине. Подножки все целенькие, лапка переключения скоростей также целая. Бак у нас без вмятин, без недочетов. Пластик целый. Также установлена дуга. Есть небольшие потертости по дуге, минимальные, не критичные. Поворачиваем ключ. Пробег 36 626.